طرف كمبيوتر ثلاثة. رыба. Не, рыба нет. С огром. На носу. Халина, на слова такая сладкая. Это такая вещь, что-то вставляется в компьютер. Чем связан с компьютером? Магазин. Фрукты, ягоды. Яблоко, мороженое, барники, молока. Это флешка, которую можно перетащить из, на телевизор, перетащить на телефон, на всякие там, уже все, кроме карты. Окей. Это деньги, которые живут в компьютере. На них можно купить все и ничего. Сегодня их есть, а завтра нет. Инструмент это. Молоток. Там забивать гвозди. Собачка, которая кушает белок. Биткоин это деньги, которые в компьютере. И за них можешь какую-то игру купить. Мне понравилось, как настоящая. Реборн – это такая кукла, как настоящая. И она стоит много. Корабль, який може на хвилях, їхати. Питомо-мешалка – это машина, у которой сзади есть такой огромный, это когда мы с мамой, с папой и со мной ходим в магазины. Шопинг устраивать по магазинам, покупать все разные вещи. И красивые. Это моя мама мечтает себе устроить шопинг. Хомяк, який може, когда кто-то повернулся до мамы и папы, він може вкуснуть. Дранку ми із добрим ділом день зустрічали понеділок. Ніченька минула скоро, зустрічаємо вівторок. Далі спритна молода, поспішаємо середа. А четвертий день тепер називається четверг. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. А субота з хлібом сіллю привела сестру неділю. Ось і тижневий кінець. Хто трудився, молодець. Він такий головний ляшки роздавав, ті малішки, кому два самоці, капітаном будеш ти. Капітаном не хочу, на ракеті улечу, а ракета не моя, а чужого короля. А король на фабрике кушает кораблики, раз, два, три, капітаном будеш ти. Засмутилась кошеня, треба в школу ти щодня. І прикинулася бить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець, і промовив як мудрець. Це робила непроста, треба різати хвоста. Кошеня ніколи, краще я піду до школи. Тает нами лед, никто нас не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы вдвоем. Тает нами лед, никто нас не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы вдвоем.